визитом мира и дружбы прибыл к берегам Польской Народной Республики отряд кораблей дважды краснознаменного Балтийского флота под флагом командующего флотом адмирала Михайлина. Вице-адмирал Янчишин, командующий флотом Польской Народной Республики. Прочные узы дружбы связывают советских людей с трудящимися братских социалистических стран. Корни этой дружбы и в памяти о совместно пролитой крови на полях минувшей войны, и в общности государственных интересов стран Варшавского договора. Выполняя свой долг, защищая мир на земле, военные моряки изо дня в день повышают свое боевое мастерство.